За прошедшие после войны годы мы, сталкеры, обшарили в поисках ресурсов все более-менее доступные районы. Теперь на поверхности легко найти разве что неприятности. И тем удивительнее были новости о Д-6, огромном секретном бункере, обнаруженном совсем недавно и потому нетронутом. Теперь все метро бредит военными объектами, не отмеченными на обычных картах. Эх, наведаться бы в одно из таких мест. Вот только как его найти? Ну, Петрович, вот где эта шахта. Батя служил в молодости, рассказывал мне. А на картах ее нету, ни на каких. Понял, какая загогулина вырисовывается? Понял я, понял. Только что с того, что нету? Мужики туда ходили уже. Не вернулся только никто. А ты откуда знаешь, что туда? Ну, место вроде то. А даже если то, это же не мы ходили. Мы вернемся. Не ссы, Петрович. Давай-ка лучше бахнем за успех предприятия. А чё, давай. Ну, будем. Хорошо пошла. Другое дело совсем. Вот сейчас закурим еще. Тебе прикурить? Ты что, обалдел совсем? Шутки у тебя хуже, чем у боцмана. Ну, чё ты как маленький. А, ну тебя, юморист хренов. Я-то привык, а новичка вот можешь напугать. Ну так что, идешь с нами? Петрович в обиду не даст. Видишь, какая у него дура. Ну, за удачу. За удачу.
Ха-ха-ха!